тут надо топить за всех, да? Тут надо топить за сток. На самом деле, так, всем привет, с вами Найкуша, с экспертом в CIA Reborn, и, соответственно, мы будем продолжать для вас этот день, великолепный АПЛ. Ну, соответственно, что у нас тут? Сток, Ливерпуль, и смотрите, да. Мамка Диуф выходит 1-1, гол, и гол забивать, мама Диуф. Мамочка, мамка Диуф, просто ее можно мацать, просто можно, мамочка. О, боже, мама, мама, я схожу с ума. Мама, 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 больно. Шакири. Шакири, Арна, Шакири, короче, весь сбор тут его, Шайка Лика. Ну что ж, Сток Сити будет набирать очки или в скобочках нет? В скобочках нет, я думаю. В скобочках нет. Ну ладно, ну посмотрим, слушай, ну Ливерпуль это кровь бизнесу надо выиграть, потому что он уже в зоне такой, что если сейчас матч сольет, то мне кажется, за медали даже уже пока, да, будет? Тяжеловато, да, вопрос. Это еще зависит от того, как, соответственно, будет сыгран Эль Хачика. Эль Хачика будет сыгран Мазакчанин. В АПЛ от этого все живут, понимаешь? Так, Бентеке. Бентеке, вот фирменный замах Кросби. Да, ничего. Ничего, пока ничего. Ну, Кросби, я думаю, поборется все равно. Здесь будет напряженный матч. Я думаю, разгрома не будет. И Боян убегает на трибуне. Боян Киркич? Да, Киркич Боян. Боян Кирпич, как я его назвал. На самом деле, кстати... Не знал, что Боин перешел в этот клуб. Стыдно, удар Каутине приходится прям в руки Батланду. Типа одна из звезд типа этой Англии, да, сейчас, типа Захар там получается. Ну, так выходит, по идее, да. Ну, Батланд, он такой. Он же в основе сейчас играет, по-моему, в Стоке. Ну да, вроде. Ну, Бегович-то свалил. Угу. Дэниел Старич сегодня забьет, я думаю, все-таки. Думаешь, с левой забьет? Но у него на самом деле проблема в том, что рост у него большой, да, а ББ-то нет. То есть, ну, ББ относительно реборна есть, но так по сути не очень. Он типа как Уэлбек, наверное. Ну да, да. Ну, мне кажется, Уэлбек удар. Его получше. Сейчас. Да не Уэлбек, а удара вообще нет никакого. У меня тут все ли нормально? Ну, вроде все норм. Что-то оператива не жрет, процессор жрет. Меня бесит эта трансляция ссаная. Ой, ой, нет, опасно! Там... И гол! Нет, нет. Джордан Хендерсон. Рефери говорит то, что... У Джордана Хендерсона была эрекция, и за счет этого он попал в офсайд. Вилкинсон. Хендерсон, кстати, читак вообще дикий, да? Он подключается к атаке, такое, типа... Ну, чисто отбор, я считаю. Такой. Ну, что, мне кажется, в созидании тоже пацан способен. Он паутине. Явно не Джек Вилшер. Да, явно не Джек Вилшер. Ну, извините. Так, Айленд, Киркич, Боэн. Кирпич, Боэн, давай. Какой и пас? Шакирка. Смотри, какая атака сейчас. Да, симпатичная. Ох, вот эти замахи, вот эти замахи. Андромерк стайл. Андромерк. Андромерк любит эти, прокидывать мяч вперед, вот это и навешивать после этого. Типа вот это. И вот финтики Роналдо, да, еще любит. Да, да, да. Питерс, Эрик Питерс, голландская звезда. Слышь, никогда не списывайте Юнайтед со счетов. Как ты думаешь, доктор Бентеки забьет сегодня? Доктор Бентеки? А мистер Адаутович еще забьет один? Боже. Удар слева. Да. Я под правой забоялся, да, идти? Забоялся под правой идти. Да, он, я думаю, не попал правой. Думаешь? Значит, только шара какая-нибудь такая вот. Шара какая, как ну, это только Вано можно бить. Какого, да, как у Вано. Лалана, вот. Кстати, лучший бомбардир Ливерпуля сейчас на данный момент. Что ты можешь Адам. Сказать? А, да. Лалалана. Лалалана. Такой там дриблинг, что его можно дрочить до потери курса. Или как Арни, например, да, тоже можно дрочить. Арни, да, есть шанс... Вообще. Есть шанс... Кому это? Что-то Уайт там бомбанул. Так ударил жестко. И вот там, по-моему, удар в районе 70 точности у Арнаутовича. Ну да, у него... Ну как, помнишь, как Уайт играл раньше? Типа, он добежал до штрафной, бил специально во вратаря и потом, типа, добивал в пустые. Было дело. Я гола 3-4 видел. Ну, Бен Кирпич. Ой, какой пас идеальный. Офсайд? Мамки бы не было офсайда, да? Ну, была у его мамки офсайдка. Да, к сожалению. Ох, какая потеря. Ну, Кросби надо собраться. Как думаешь, патриарх Кирилл сильный? Да. Но все есть боже. Я надеюсь, что он будет освещать Эль Хачика, соответственно, своей аурой замечательной. Ты согласен на это? Он чит-шотер, а то там проблема вся. А, так может, патриарх Кирилл играет грязно.
Ой, мамка Диуф, ее можно забивать. И скатывает на Арну, у нее Зачем? не... Надо было кипера, по-моему, оббегать там, легко было уже. Мне кажется, да, надо было или чипшотиком там как-то попытаться издевательски, да, положить. Ну, кстати, Кросби еще тот чипшотер, в принципе. И, кстати, сразу, ну, как бы есть, кстати, ты знаешь, что где-то 50% еще людей не знают, что такое чипшот, и им кажется, что, типа, да что Nike постоянно про какие-то читшоты говорит, типа, он совсем даун, типа, ну, то есть, как бы, это некорректно, я считаю. Они пены. Они пьяные, идите домой. Доктор Пес и мистер Кот. Или есть наоборот. Такое дело. Альберт тут разыгрался. Доктор Пес вас вылечит. Доктор Пес вас вылечит. Или мистер Пес. Мне нравится больше мистер Пес. Мистер Пес и доктор Кот. А, там знаешь, что за тема была с пенкой Вано? Ну? Это, ну, баг, да, понятно, но они когда вот на добивание бежали игроки, то там они, короче, столкнулись и штрафную засчитали. Да мол, ладно. Игрок Димасика нарушил правила. Игрок, погоди, так там же все равно гол был. Ну да. Гол. Ну это же PS6. Погоди, какой пас. Не попадать. На самом деле, там, типа, получается так, смотри, то есть там во время удара уже, как бы, мяч пересекал линию, да, и там, типа, столкнулись два игрока, типа, ну, этого, ну, получается, Димасика там за счет ББ, а он столкнулся, такой, жесть, жесть. Надо на повторе, он посмотрел на повторе, да? Ну, по-моему, ну, Вану так написано. Арна, выход 1-1. Что делать? Удар, ой. Ой, хорошо мог сейчас забить Кросби под одно касание. Да, кстати, под переклаху, на по рукам, тварь. Шкартел тут будет в защите бороться, кстати, он и выигрывает мяч. Ну, Вано там плачет. И с Ваньями, Ваньямы, Тадичей. Ваньяму бы, конечно, купить. Твои отскоки, говорит, это достойные. Он должен радоваться ничье, по идее. Кто? Вано. Да, 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 у него ударов вообще не было. Ну, откровенно говоря, типа, Димас сам себе гол привез. Ну, тот же ну, и пенальти он сам привез. То есть, в принципе, Димас реально лучше. Ну, как бы, если не топить, да, если, ну, убрать нашу атмосферу, нашего стрима такого интересного, то, в принципе, ну, я согласен, что Димас лучше был. Ну, там по статистике видно. И сколько Мне кажется, надо пригласить в студию эксперта Вано. А ты думаешь... На Эль Хачука. Я думаю, можно. Ну, вот, мистер Кот хочет... И, соответственно, Вано, мне кажется, идеально было бы. Еще Кросби, кстати, по-моему, просился. Там Вано-то будет топить там за Джерарда. Я как бы их сейчас этот, раздражитель там в Хамаче. Ой. Ой, неплохо. Доктор Бентеки не забивает пока что. Так, ну что же тут у нас? Мистер Арнаутович будет еще момент иметь, я думаю. Мистер Арнаутович, да. Шакири, ну-ка, замах, ждем замах. Шамах, был шамах, стал замах. Мистер Шакири. Доктор Айланд. Доктор Айланд. Эх, сейчас бы Доктор Айланд бы. Я бы сейчас не отказался от этого. Блин, коктейль Айланд такой, помнишь, там до хрена бухла. Лонг Айланд. Так. Доктор Бентеки отдает пас на Хендерсона. Хендерсон видит то, что там нет офсайда у Стариджа, но Даня Старидж что-то совсем там уже стух. Ну, Старидж алкоголик. Алкоголик. Понятно. Ох, как. Так, отлично, отлично. Идеально прыгал. О, можно бить. Боже, какой... Ох, мне кажется, там... Мигнолет парирует. Мигнолет просто не видит. Ой, как сейчас. Как оставил. Все. Ну что же, ну пока так, но чуть-чуть все-таки получше выглядит Уайт, типа надо отдать ему должное, типа если бы он делал какие-то правильные решения, то я думаю, сделал бы сейчас где-то 2-0. Ну мамка Диуф идеально забил, ну хотя по статистике, смотри, первая минута и как бы вот, что мы видим. И что мы видим? Равная примерно игра, просто Кросби Стюарт попадал. Да, получается, что так. Получается, что так. Ну что же, ждем второго тайма, соответственно. Чего ты ожидаешь от второго тайма? Давай картиночку поставим, мою любимую. Ну, я думаю, Кросби должен атаковать. Должен, потому что обязывает его положение. В чате никто не пишет. Вано пишет в Хамаче, типа, все, и на лохуй догоним, мы на говне с чемпионом стал. Это кто пишет? Вано.
А зачем он такие гадости пишет, алё? Ну потому что он же слабый, отскакивать на Форстере, вот не получилось отскочить на Форстере опять. Кто там? Ну, кстати, хотя отскочил опять, да, на Форстере? Да, да, естественно, если бы не Форстер, там бы, я думаю, Шамах бы не боялся бы и забил спокойно. То есть он как бы просто знает то, что... Самое интересное, знаешь, что... Самое интересное, что было, когда я в первом круге с Димасиком ничего сыграл, они ржали надо мной, мол, Снубом потерял очки и там что-то... Не знали, как Димасик сейчас поднялся в игре. И сейчас они оба... Он коды вскрыл, песы, и теперь все знает. Да-да, сейчас сами на нем погорели, еще что-то говорят. Вот, кстати, они вдвоем именно погорели так нормально. А ты с Димасиком второй матч играл? Не, не помню. Выиграл 3-2. На говне, да? Я, кстати, не успел твой матч транслировать очень зря, кстати. Там вроде был интересный, да, матч? Ну да. Он скачал там, да? На 90 и плюс. Мистер на первом Стали. Тайме... В первом тайме там игра бы делала. Сейчас приведет же. Вот сейчас можно было забить, да. Да, Кутини. Можно. Ну, доктор Кукушечка, Пес. Кукушечка. Смотри, как Кукушечка обмотал. Кукушечка. И пас на Стариджа. И Стариджа. Доктор Бентеке! А это Старидж? Это мистер Бентеке. Какая разница, если что? Может туда еще Ориги выпустить, и будет 4 Бентеке. Да. Сахо. Такие колотухи. Лана. Лала. Лучше бы забивал бы, шел. Сегодня, кстати, Арсенал Сити играют. Реальный да, матч. Да, да, я знаю, кстати, жесткий. И типа хотелось бы, чтобы. Ты знаешь, что я хочу, но ладно. Сейчас начнется вот это глорство. Ты глор. Глор Сити. Ты болеешь, да. Когда в клуб пришли бабки. И Де Брюне. Де Брюне. Конечно. Ну, на самом деле, мне кажется, матч это действительно сезон АПЛ, потому что этот матч очень много может решить. Допустим, если Ман Сити выиграет, то. Это будет круто, если Арсенал, то по-любому это просто нереальная заявка на чемпионство, я считаю. А как же Лестер Сити? А Лестер Сити будет в говне, сори. Сори, проверяй. Сейчас. Ой, как... Зачем? Друга в друга, смотри. Да, как это, как случилось в той пенке, походу, штрафной. Слушай, ну это, конечно, я думаю, что это в гол сезона я буду сейчас помещать, типа, обрежу тут видосы и в гол сезона помещу. Ты поставишь мне лайк? Обязательно. Не лайк, а благодарность, сори. У нас, типа, как Советский Союз, типа, благодарность. Так, я сейчас хочу озвучить, что здесь происходит. Ну, пизда просто. Ну, пишут пизда просто. Кто это пишет? И Джерард пишет в оно, что его хуесосят трансляции. У нас только объективная критика. И доктор Бентеке, и гол. Доктор Бентеке, и кто же забивает? Доктор Бентеке. Доктор Бентеке. Доктор Бентеке на своем хосте. Ты вновь выиграл ставку. В оно пишет, что я анонир поганый. Ну ладно, давай не будем все это гадость. Это пусть они сидят в своем чате, это обсуждают. Все ясно, да. Вот, нас люди из-за этого смотреть не будут. Пусть проект знает, кто такой Вано на самом деле. Это Тихоня на самом деле. Вот что под ним скрывается. Это он так специально, да, типа, делает вид, что он такой активный. Рангутанг, но в итоге... На самом деле он гетеросексуал. Каутиньо? Сейчас забьет победу? Ай-яй-яй-яй. Мистер Шамбери пока просто бежит. Просто смотри, как он идеально бежит. А за ним доктор Бентеке бежал. Мистер Кот и доктор Пес. Эх, кирпичом бы вот так вот мотаться бы. Ох, своих игроков. Ну что же, у нас тут на самом деле смех смехом, обсуждение обсуждение, но матч у нас тут действительно сейчас в напряжении, так скажем, идет. И сейчас может случиться что угодно. Как ты думаешь, Кросби... что в этом матче будет? Кросби выиграет? Может. Мне да, в принципе, что... Кибайт может там. Мне кажется, добить... все-таки у Ливерпуля чуть больше сейчас преимущества. Ну, это я... Нет, само собой. Само собой. И скиллы, во-первых, и во-вторых. Скиллы, хост. Камера... Скиллы, да. Хост, и сейчас при подъеме хорошая камера у нас, как обычно. Сейчас, кстати, в каком-то матче чувак катал 30 минут, так ребята катали так 30 минут, хороший матч получился. Давай, бей! Бей! Там, смотри, да! Это навес какой-нибудь. Угловой. Давай вообще будет. Смотри, угловой будет. Не хотя бы угловой. Угловой. Это опыт. Это опыт. Это опыт. Я думал уже гол. Я все знал. Да нет, какой гол там выше воротить. Ну что же, смотри, что у нас тут происходит. 70-я минута матча. 1-1. Ну, Сток играет у себя на своем поле, в принципе. Ну, если он берет очки у Ливерпуля, ну, это, естественно, ему в актив, потому как он сейчас аутсайдер, по сути.
Этот Бэйн спрашивает, что вы со Златаном мутили. И с Да, так Джо. я в том-то и дело, говорю, ничего, в том-то и дело, что ничего не мутили. То есть я ему типа написал, типа, чувак, ты выходил, он пишет, что-то вылетело. То есть я сам на самом деле не видел тот момент прям так. Тем более, я перед этим вообще болтал с этим, со Снукером. Ой, какой момент! И получилось так, что я удалил видос, потому что он был не целый. То есть я... Новая концепция моя... Короче, канала была, я типа не выкладываю. Ну, то есть я не смотрю до игровых матчей. То есть, если какой-то жесткий матч был бы, там, Лига Чемпионов, финал, естественно, это был нищенский матч, и я просто удалил, типа, видос, даже не задумываясь о том, что там какие-то, типа, нужные доказательства, чего-то, еще что-то. И в итоге начали все на меня гнать, вот эти всякие Артемы, Вайты жирные, типа, то, что я там Златана прикрываю, и все. Я сказал по факту то, что у Вильи был вылет до нашей игры, и я был свидетелем этого. Вот и все. Так что. Ясно. А кто в итоге выиграл? Я не понял. А, Вилли, он затягивал время из 20 игровых минут, из 25 игровых минут он затягивал 15 минут времени, но Инв принял решение то, что там все-таки не было прям такого супер умысла, плюс он якобы выиграл, ему ничего не надо было, так что. Ох, доктор Бинтеки отбил, или кто это был? А, это был мистер Старидж. Вот, ну и на самом деле вот так получилось. И Найк как бы тут оказался, ну, как бы скажем, таким левым человеком, на которого гнали и всякое такое. Вот. Ну, мне типа ваше дело, чуваки. Я говорю как есть. А Златан на сколько забанил? На 3 дня, как и видео. Я вообще это не Хотя знал. Вилья на самом деле, вот как ты считаешь, нормально? Вот смотри, у нас в регламенте есть такой. Сейчас, Арна. Арна. Удар, Удар лево блин, и добивка в Нигдолет, стиле Вайта. И пенальти, Пенка. пенальти, Пенка. ставит на Пенка. центр, ставит на центр, ставит на центр, и игроки начинают бред, Бред. бред, Ну, на самом деле бред, да, на самом потому деле, что согласен. Нигдолет там все делал, кто же будет исполнять, как ты думаешь, А не устраивал? я думаю, что будет штрафной и будет баг, и опять будет что-нибудь там. А прикинь, второй раз будет бат, Афилай, я думаю по центру внизу, смотри, О, ну этот разбег это говно, я. Бред. Я же говорю, игроки с таким разбегом никогда не забивают. Эй, у меня Баррада так забивал, брат. Блин. Я Бред. думаю, Вайта кто-то заколдовал в этом сезоне. Я ему обязательно Я думаю, проиграю, что брат, держись. этот игрок, кто его заколдовал, находится в представителе лихачика. Возможно, это Джо? Нет. Тогда это Бейнс. Нет. Так, Адам. А Лаланка. Оп, как мягенько дает пас на Ришку. Ну тут в 3 напа играет, так Кросби ему просто насрано уже. Неплохой пас от Шкател. Сейчас, если Красбак забьет, это будет успех. Красбак? Красбак. Кросби, давай забивай. Ой, Арна, опасно Но может быть. Ой-ой-ой. мне кажется, за такие пенальти от Мигнолета надо наказывать на самом деле Сопа, согласись. По идее, да. Так. Доктор Бент. Деке. Арига. Ой, Рига сейчас может. Ой-ой-ой, Хендерсон. И смотри, тут Батл. Арна такая длинная. Вайт сказал, что первым делом будет искать кипера. А, удачи, с его баблом удачи. Ну, продаст Шакири, купит кипера. Почему бы и нет? Согласен, хороший обмен. Ну, я ему предлагаю спину там за 10. Не хочет. Не хочет, да? А за Макс не хочет? Там почти и Макс это Я есть. могу предложить ему своих, ничего, у меня там в новом сезоне. Ой, во, прострелы пошли. О, Все ясно, все, да. все, все Бентейка. ясно. Зовем Хаби в студию. Опасно. Что там моргать начала трансляция? Ну да, есть такое. Ну это у нас свет тут включает в Питере, как и в Украине. Как и в Крыму. В ЛНР, да. Республика Помним Таджикистан. такое из ЛНР, ДДНР от знаменитого товарища. К сожалению, он не играет. Это кто был, Стайер? Или Да. как его? С ЛНР. Его, кстати, Джек предупредил, что если он будет это писать, ему пас будет. Ой, какой быстрый ввод, отличный, И посмотри. доктор Бентаке. Отличный пас на Даню Стариджа. Старидж, выход 1-1, будет мотать вратаря, мотает. И, ой, зачем же ему... Батлер, ой-ой-ой. Я же тебе говорил, какой идеальный Ты вынос. совсем мягенько Быстрый. сказал про Батлера. И гол.
могло ты быть. знаешь, в принципе, Флано. Флано. Эмрикан, ой, какие замахи. Ой, ой. Ой, под левую. Я, это гол, это гол, гол, это гол. Это мистер Старич. Мистер Старич. Кросби Фарен скорс. Забивай, Дэниел Старич. Смотри, как Эмрикан сделал. Смотри, под левую, на тварь. Это и Кросби в гонке за чемпионством. Как я Негреда просто левый, и левый так забиваю. Левый, так, Негреда красный, так левый с упор. Не, давай опять зададим вопрос. Повезло ли в Кросби в этом матче? Я считаю, да. Да. Пенальти не забил. Ну, как бы, в принципе... Давай не будем сейчас... Ой, посмотри, что творит Шакири. Шакири. И сейчас пенальти будет, бред будет. Смотри, дрочит, просто не знаю, у него глаза горят. Не знает, как круто дуться. И мистер Айл ой. Падает. Второй пенк унитал судья. Гудгейм, Кросби, Файрон Скорс, бред. Сейчас пойду пить бред. Файрон Скорс. Файрон Скорс. Вайт после этого, конечно... А, Вайт, кстати, при моих красавцах проигрывает. Проверяй. Ну что ж, смотрим голы и анализируем. Маму Диуф тут выбрался один на один. Как ты считаешь, это бред? Это отличное, 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 просто отличное. Вот я не знаю, что, но отличное. Когда он не стал мотать вратаря, почему-то вот тут не скатил. Вот, вот тут отличный удар, на самом деле. Отличный, согласен. Вот тут вот... А, вот тут... Да-да-да. Убрали друг друга. И вот тут вот доктор Бентеки забивает. Смотри, как-то... Это же не Бентеки забил. Ну да. В него упало. Вот тебе доктор Бентеке. И смотри, Хендерсон бьет и попадает. Ни в кого, по-моему, на самом деле не попадает. Ну, да вот ладно. Тут, вот тут вот. Сегодня день да, чудес. Отличный разбор. И ах. И ах. И вот он, мистер. Смотри, как Эмри Кан просто тройной замах сделал. И смотри, и Старич убивает. Обычно, я жду, он забил. Обычно в таких моментах, помнишь, даже... Кстати, его днище вратарь, да, смотри, даже не прыгнул, он просто руками... Смотри. Оп. Такой типа, ай, что-то в пату там летел, что-то вы фиксил. Слушайте, ну хорошая, да, трансляция сегодня, два АПЛ такие веселые. Всем спасибо за просмотр, с вами был Дайкуша и Нал, он же Джек Вилш, он же Эзил. Ну, Эл-Хачик сегодня не будет, да, видимо? Следите за всеми новостями в чате. Следите за всеми новостями в чате и будьте с нами. Спасибо и пока.